А всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Санджей, и до 80 тысяч подписчиков осталось вот совсем чуть-чуть. Прошу именно тебя, пожалуйста, подписаться, если ты все еще не подписался, ведь осталось очень-очень мало, и мы добьем 80к. И нас еще, ребята, смотрят 68% без подписки. Будь добр, пожалуйста, подпишись и нажми на колокольчик. Помоги мне, пожалуйста, добить 80 тысяч подписчиков и, пожалуйста, прожми лайк под этим видео. Для тебя это всего лишь один клик, а для меня очень приятно. А теперь давайте приступим к видео. Ну что ж, ребят, добро пожаловать на новую рубрику на моем канале под названием «Школа надзор». В этой рубрике мы будем смотреть на различные трешовые вещи, которые творит какой-нибудь школьник в стандоффе. Да, эта рубрика немного похожа на топ худших ютуберов-школьников, но если в рубрике «Худшие ютуберы-школьники» там был рофл по поводу качества видео, да, все эти рубрики, если что, рофл и всего лишь шутка, я никого ни в коем случае не хочу обидеть. Так вот, в этой рубрике мы будем смотреть на одного конкретного школьника. Сегодня я нашел для вас просто такой трэш, что вы не представляете. Там школьник разбил телефон из-за стандоффа. Конечно, да, телефон разбивать из-за какой-то игры, но это совсем. Но то, что будет сегодня, это вообще ни с чем не сравнится. Это трэш, ребят. Просто огромный большой трэш. Что же там было, вы сегодня и увидите. Но перед началом данного видоса, пожалуйста, хочу вас попросить набрать хотя бы 2500 лайков под этим видео. Тебе поставить лайк займет всего лишь секунду, а мне будет очень приятно. Ребята, извините, что я чуть-чуть затягиваю видео, но рядом с моим каналом есть такая важная кнопочка «Спонсировать». Вы можете на нее нажать, и тогда вы будете видеть ролики гораздо раньше, чем другие. Это действительно очень годная штука, советую вам на нее нажать и оформить спонсорку. Опять же, это личное дело каждого, никого не заставляю, но просто рекомендую. Тогда вы будете видеть ролики гораздо раньше, чем другие. Ладно, давайте я не буду затягивать. Всем желаю приятного просмотра. Итак, сразу скажу, что, к сожалению, я не смог найти полную версию этого видоса, который мы сейчас будем смотреть, а точнее обозревать. Но видос сам называется, что школьник разбил телефон из-за стендоффа. И, по-моему, школьник это сам выложил, также назвал ролик. Зачем, вообще не понимаю. Ну ладно, давайте лучше посмотрим этот видос. И посмотрим, что нам приготовил этот школьник на сегодня. Иди на! Понятно! Да, видос сразу начинается с бомбежки, где он посылает тех, кто убил его в игре. Зачем, конечно, это было записывать и для кого? И да, если что, этот видос не постанова, могу вас в этом 100% уверить, видос не постанова, все, что там было, точнее, будет реально. Сдохните. Ебало себе постреляй! Это... Хватит, хватит нести эту хероту. Господи, что он вообще несет, скажите мне. Вот серьезно, что ты несешь, дружище? И знаете, мне в этой ситуации уже жалко как-то телефон, что им пользуется, ну, вот такой вот. Боже, он, наверное, самый неадекватный школьник. Знаете, у него наверху лайк, поэтому я уже как бы все понял. Забудьте, о чем я говорил. Если видно лайк, то с ним уже все понятно. Насколько я понял, он бобит из-за того, что у него мало FPS. Но зачем и для кого тогда ты это записал? Типа он взял, включил запись и начал орать. Больше всего мне жалко, знаете, все-таки соседи, которые каждый раз слышат вот это. Что самое угарное, он сам, по сути, не играет и играть не умеет из-за своего телефона, ну, или же ведра, раз у него стендов не тянет. Зато он орет на своих тиммейтов. И вообще на все, что угодно. Даже, наверное, на самого себя будет орать. Дальше тут умник вроде успокоился и продолжал играть, но не тут-то было. И вдруг кто-то посмел его убить в игре. И все, он пошел удалять стендов. Лучше бы, конечно, сделал бы это заранее, но... Вот что с экраном? Вы посмотрите, что я сказал. Я удаляю. Иди на... Видите, я удалил, да? Да все, хватит, успокойся, хватит всех послать. Мы поняли, что ты удалил стендов, все. Походу, он настолько невезучий, что даже Google Play у него залагал. Иди на... Понятно. Смотрите. Ну, блин, ты опять завис! А, что за... Где стендов? Да, даже Google Play на его телефоне уже не хочет работать. Хотя, знаете, я уже говорил, что у него был скачан лайк. Я думаю, вы и так поняли, кто там сидит. Снова этот школьник начинает ныть, издавать странные звуки. И вот момент истины. Я телефон разбил! Олух, олух. Идите вы все на!
Знаете, можно вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как агрошкольник разбивает телефон из-за стендофа. Вот я, кстати, заметил, что он сам назвал свой видос так, что школьник разбил телефон из-за стендофа. Если же он это сделал специально и специально орал для видео, чтобы хайпануть, и сам же сломал телефон, который может стоить недешево, то реально жаль его телефон. Вот серьезно, жалко же телефон. Да и этот телефон у него дико лагал, просто, наверное, потому что школьник уже не первый раз такое делает. Я думаю, вы видели, сколько раз он стукал этот бедный телефон, который уже еле работал, и боже, как же он себя неадекватно вел. Даже самые неадекватные агрошкольники в топе худших ютуберов-школьников, и то выглядит адекватнее, наверное. Я не устану даже это повторять. Но сколько он ныл из-за игры и бил этот бедный телефон не раз. Вот на что он рассчитывал после этого? Как бы да, телефон это не какая-то там железяка, это как бы телефон, он может ломаться, если его брать и ронять на пол и просто вот стукать постоянно. Но школьника это вообще не волновало, но он дальше продолжал орать. И да, ну что я могу еще сказать? Это была просто жесть. И у меня, кстати, была похожая ситуация, но я, конечно, не орал, как тот ненормальный, и разбил этот старый телефон из-за того, что он просто не реагировал еще 2 года назад. Если у вас была похожая ситуация, то напишите в комментариях. Если вы побили хотя бы раз стендов, то тоже напишите. Это была первая часть новой рубрики, но если она вам прям зайдет, значит я могу снять для вас еще что-нибудь подобное. Самое главное, пишите свое мнение в комментариях, я обязательно буду читать все комментарии сегодня. Пишите, что думаете, не забывайте также обязательно ставить лайк, потому что я как бы смотрел этот видос полностью, потерял психику ради вас, так что пожалуйста. Что сложного тебе вот поставить лайк? Это же один клик всего, ё-моё, один клик. Конечно, я хочу быстрее добить 80к, осталось еще примерно 1000 подписчиков, и мы быстрее добьем эту цифру. Благодарю каждого за просмотр, надеюсь, я вам поднял настроение, ну и себе тоже. Покупайте и забирайте халяву в телеграм-канале Sale of Gold, ссылочка в описании, ну и в беседу мою вступайте, там я общаюсь с подписчиками, там рофлим и так далее. И на такой ноте, я думаю, уже пора заканчивать ролик. Спасибо всем за просмотр, увидимся в следующем видосе. Всем удачи, всем пока-пока.